Приветствую вас, и для начала, конечно же, нужно вам выходить из этого состояния жертвы, в котором вы застряли и в котором вы продолжаете находиться все это время. Я могу сказать, что не совсем понял, какая именно ситуация повторяется. Ну, то есть, да, понятно, что вы уже с мужем расставались, хотя об этом вы написали в конце своего текста. Вот, вы с мужем расставались, потом он вас вернул. А во всем этом, понимаете, вы как бы обвиняете его во всей этой ситуации, вы делаете именно его ответственным за то, что с вами происходит. Но ведь именно вы оказались в зависимости от него. Именно вы не можете сейчас найти работу. И именно вы сейчас не знаете, что вам делать, тогда как у вашего мужа, в общем-то, все в порядке, в этом смысле. То есть, да, конечно, у него есть свои проблемы, да, конечно, у него есть свои сложности, например, у него проблемы там с алкоголем и так далее, но ключевой момент заключается в том, что вы развелись, по крайней мере, вы приняли решение развестись, вот. И такое впечатление, что вы никак этого принять не можете. То есть вы говорите, что вы не уверены в том, что между вами больше нет любви, но, может быть, вы не уверены в том, что между вами больше нет любви. Но я знаю точно, что между вами есть что-то еще, помимо любви, и это определенная зависимость. И это определенная зависимость, в первую очередь, ваша. Вот и все. Поэтому, как бы, вот эту вот надежду на любовь, условно говоря, вы не выдавали за, ну, как бы за действительность, хотя на самом деле это может быть и не так. Совершенно очевидно, что ваш муж за ваш счет удовлетворяет какие-то свои потребности, вот, но по большому счету дело здесь, еще раз повторяю, не вас. Вот это не в нем, а вас. То есть, ваш муж может вам доказывать все, что угодно. Знаете, он может вам доказывать все, что угодно. Вопрос в том, как вы это все воспринимаете. Вопрос в том, чего вы хотите. Вопрос в том, что для вас неприемлемо и как вы обеспечиваете защиту и отстаивание того, что для вас приемлемо, к примеру, а что нет. И если вот, например, сейчас вы говорите, что, например, для меня неприемлемо, да, то, что, допустим, ну, вот неприемлемо для меня, что там мужчина, к примеру, уходит там на ночь, да, там сидит на сайте знакомств и прочее. Ну, хорошо, здорово, что для вас это неприемлемо, но обеспечивать это как? Ведь вам, знаете, вам нужно это как-то обеспечивать свою точку зрения. Как бы не просто требовать от, ну, от мужчины какого-то выполнения того, что вы считаете нужным. Или требовать от мужчины поведения, которого вы хотите. А важно именно отстаивать свою позицию. Вот. Для этого она должна
условно говоря, быть обеспечена. Понимаете? Вот. А вы ее, такое впечатление, что не обеспечиваете совершенно. Вы говорите, что вы депрессия, в депрессии из-за всего этого. Ну, во-первых, если у вас действительно депрессия, то я рекомендую вам обратиться к врачу, потому что депрессия – это заболевание, а заболевание лечится в том числе и медикаментозно. Вот. Это первое. Второе. Вы как будто бы отрицаете тот факт, что вы договорились о разводе. То есть да, может быть, вы еще не развелись, но это дело времени. И ведете себя, и воспринимаете вы себя так, как будто вы его жена, хотя вы уже договорились, что ваши отношения свободны. И здесь наблюдается противоречие. То есть вы сами говорите ему, что вы сами говорите, что вы договорились о взаимовыгодных отношениях, когда вы будете все знать, когда вы будете все понимать и так далее, да? Вот. Но с другой стороны, вы ведете себя так, как будто вы еще его жена и претендуете. То есть как будто из-за того, что вы не можете съехать, да, из-за того, что вы сейчас не можете съехать, а из-за этого вы предъявляете к мужу какие-то вот, ну, требования, да, которые вы считаете нужным, как вы думаете, он должен выполнять, понимаете? Вот. То есть, ну, опять же, вы можете сколько угодно говорить, что он такой-сякой, вы можете сколько угодно говорить о том, что он плохой, вы можете сколько угодно считать, что он виноват в ваших проблемах, но ничего не изменится от этого, понимаете? Но ничего не изменится от того, что вы будете так считать, от того, что вы так считаете, от того, что вы так думаете. Вот, к сожалению, ничего не изменится. То для вас единственный вариант надеяться в этом только на себя. Но, вы говорите, что он много пил, что он соответственно, вас не ценил, а потом приехал со своими, то есть вы там расставались уже, вот. Это говорит о вашем отношении к себе. То есть вот именно то, как вы сами себя воспринимаете. Именно то, как вы к себе сами относитесь. Именно то, насколько вы можете на себя положиться. Вот. Ибо весь ваш рассказ – это одна, по сути, большая жалоба на мужа, какой он вот негодяй, какой он плохой и так далее. Может быть, он не самый лучший мужчина на свете, может быть, он не самый идеальный муж, но вы выбрали его, и вы выбрали его, и вы выбираете до сих пор с ним жить. Ну, не важно почему, но такое ощущение, что вы не готовы платить за свой выбор, не готовы нести ответственность. То есть, если вы выбрали жить с человеком, который к вам уже никакого отношения не имеет, как он говорит, ну вот, то еще раз повторю, на каком основании вы ждете, что человек будет, как-то вести себя по-другому, и тем более, если вы с ним договорились. Вот. Для меня это вот не совсем понятно. Вот. Вы пишете, что вы уже теряете себя. Это классическое состояние для человека, который находится в созависимых отношениях. Вот когда вы пишете, что дело в том, что я живу с ним сейчас у него дома, мы давно развелись, пишете вы. Но при этом, при том, что вы здесь пишете, что вы развелись, внизу вы пишете, что мы, если что, не успели развестись, я уехала к себе в другой город, будучи еще замужем, наверное, хотели сказать.
Значит, через 3 месяца он объявился со своими чувствами, вымышленными, сам приезжал за мной, как изначально было. Мы даже когда мы снова разбежались, он себя отрицал, сказал, что он за мной не приезжал, что жить со мной не хотел. То есть, уже тогда мужчина проявлял какие-то, негативные моменты, а вы по какой-то причине с этим мирились. Вот, да? То есть, тут вот такая история. Вы пишете, мы давно развелись, можно сказать, только поженились и сразу развелись. Он бухал жестко, пиво пил немерено. Я устал от этого. 3,5 года он делает мне мозг и льет в уши воду, что мы типа вместе только без обязательств. Но правильно, мужчина, он беспокоится и думает в данном случае, своем благополучии. Он думает о том, как ему удобно, ему с вами удобно, и он так делает. А вот почему вы с ним спите, будучи разведенный с ним, это большой вопрос. Вопрос вашей самооценки, это вопрос, опять же, отстаивания своей позиции и так далее. Понимаете? Вот. Если он говорит, что без обязательств, значит без обязательств, а вы постоянно от него каких-то обязательств как раз таки ждете. Понимаете? Так не в этом ли заключается ваша основная, собственно говоря, проблема? Не в этом ли заключается ваша основная трудность, ваша основная сложность, что вы не приняли как бы развод? Ну и не приняли вы его, конечно же, не случайно, не приняли вы его, потому что у вас не было возможности этого сделать, да, то есть вы не приняли развод, потому что не могли его принять, видимо, ну, по ряду причин, вот. Правда, какие причины, это еще предстоит выяснить, да? Но тем не менее. То есть вот ваша основная проблема заключается в том, что делая какие-то действия, совершая какие-то шаги, вы не берете ответственность, а ждете, что за вас кто-то другой эту ответственность компенсирует, да? Вот. То есть устали, пишите вы. Если вы устали, что вы делаете, чтобы перестать уставать, да? Значит, вы пишете, что он льет мне воду. Нет, он не льет вам воду. Это вы позволяете ему лить вам воду выше. Почему? Почему? Потому что у вас есть надежда. Надежда – это то, чего вы хотите. Надежда на измену. Так вот, не изменится ваша машина. Никогда не изменится. А пока вы ведете себя так, как ведете, на данный момент, значит, тем более не изменится. Зачем? Вот зачем? Зачем ему меняться? Вы сами подумайте, зачем и для чего ему меняться? Дальше. Точнее как, я должна хранить верность и делать то, что положено девушке. Нет, мы не должны. Это он от вас требует. Но это ваш выбор. Это ваш выбор делать то, что положено девушке, хранить верность. В действительности вы делаете это сами, потому что надеетесь, что он изменится, что вам удастся развернуть его в вашу сторону. Еще раз. Здесь у вас наблюдается привязка к человеку. Возможно, любовная зависимость. Вот. Связано это с тем, в первую очередь, что вы, вероятно, боитесь остаться одна. Вот. Либо, ну, по той или иной причине вы его идеализируете. Вот. То есть я полагаю, что совершенно не случайно вы связали свою жизнь с этим человеком. Вот. Вот вы говорите, да, что
ну, что вы не можете работу найти. А, простите, вот вы говорите, что вы не можете найти работу, а профессия у вас какая, специальность у вас какая, есть у вас образование, понимаете? То есть это вот все очень важная такая история, важный такой момент, который вам бы нужно обязательно для себя определить, да? Вот. Потому что, еще раз повторяю, что такая привязка к человеку не может быть без определенного личностного конфликта вашего, без определенных ваших личностных проблем. Вот. Какие это проблемы? Что это за проблема? Нужно смотреть. Но дело здесь исключительно только в этом. Так, значит, он любую ситуацию выворачивает, делает меня виноватую. Последний раз, когда мы расставались из-за его очередного разрыва ночью, я даже не решалась с ним, потому что он просто молча уехал. Но это уже отлетная история, много негатива плохого, речь не об этом. Так, я не хочу рисковать, вижу я прямо сейчас. На самом деле вы только лишь оттягиваете и оправдываете свое нежелание что-либо менять, потому что если вы будете жить отдельно, у вас не останется выбора, кроме как найти работу. А так у вас есть возможность не искать работу, и вы ее не ищете. То есть это просто идет рационализация. Это то, что вы говорите про риск, это всего лишь рационализация. Вот. А вот вы пишете, что, значит, так, вот вы пишете о том, что он может отказать, или у него уже будет другая, и что? То есть, видите, это опять надежда на сохранение отношений. После того, как мы выяснили, что нас больше ничего не связывает, и мы друг друга не любим, как это можно выяснить, это он может сказать, что он вас не любит, а ваши чувства — это совсем другая история. И тут нужно разбираться. Я в этом не уверен на 100%, может быть, по отношению к себе вы не уверены, но по отношению к нему здесь за него говорит его поведение. Нужно действительно разъехаться, взять базы, но... Что но? Какую можно брать базу, если он вам неоднократно изменял? На что вы рассчитываете? Я предложил вам, пока я съеду с ним, остаться в дружеских типа отношениях. Смотрите, вы сами предложили ему остаться. Сами, типа дружеских отношений, то есть вы как бы приняли его предложение жить без обязательств. Ну, и как все это связано с тем, что вот то, что вы описываете дальше? О каком-то позоре вы говорите, о чем-то еще, понимаете? То есть это вот все ваши ожидания, к сожалению, это именно позиция жертвы. Как вы, но вместе с тем и ваш выбор. Ваш выбор с ним спать, ваш выбор не рисковать и так далее. Это все ваш выбор. Так возьмите на себя ответственность за то, что происходит. Вот, я рекомендую вам изучить треугольник Карпмана. Вот. То есть, вместо того, чтобы обвинять его, да, посмотреть на себя. Ну, человек, может, не идеален, но и вы тоже не идеальны, никто не идеален. Но вы ответите в первую очередь за свою жизнь. И вы ответите за свой выбор, который вы совершаете каждый день, каждый час, каждую секунду. Вот. Поэтому сначала полностью возьмите ответственность за свою жизнь и за свои желания. Это первое. Второе. Подумайте, чего вы хотите, какие у вас ценности. И в третьих начинаете рисковать. Без риска ничего не получится, в том смысле, что... Чтобы себя как-то вот педалировать, чтобы себя стимулировать, нужен риск. Пока вы находитесь мужчиной в отношениях, пока вы боитесь рисковать, ничего не будет. Вот. И вот правда можете наступить депрессию. Вот. Что касается самооценки, неуверенности в себе, страха одиночества и, может быть, потребности в любви, в этом вам я или мои коллеги, значит, можем помочь, если у вас будет такое желание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите
в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.